Сегодня мы будем открывать подарки. Тая, привет, привет. Мы будем открывать подарки. Да! Обычно мы на Рождество не открываем подарки, но мы его не справляем. Мы открываем все подарки на Новый год. Да. Но сегодня мы будем чуть-чуть, совсем немножечко. Да. Но немножко да. Подарков мы сегодня все-таки откроем. Идем забирать подарки. Подарки! 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 Давайте, несите их на стол. На стол. На стол, на стол, на стол, на стол. На стол. Бля, она кушает подарки. Сегодня у нас, конечно, нет каких-то особых игрушек. Сегодня у нас все для того, чтобы смастерить все руками. Ну и, конечно, чуть-чуть нямочки, нямочки, сладосечки. Основные подарки у нас остаются на Новый год. В общем, здесь все подобрано такое, чтобы мы могли это все... Вместе, как раз у Чипа каникулы, вместе ручками мастерить. На столе нет ничего, что само собой играется. Это все нужно вместе сидеть и делать. Все подобрано именно под это. Я так вижу, Тая уже открывает подарочку. Ну, Чип, подожди, пусть она откроет. Ой, упала. Давай, Таечек, открывай. Открывай, открывай. Что у тебя там? У меня там двигатель. Что это? Это такие штуки, которые ты будешь делать в одну форму, и там ты будешь эти штуки в форму делать, а потом ты отходишь эту бумагу, и ты берешь утюг, а потом вот так делаешь. Да, точно. Там маленькие такие, как бусинки. Их надо собрать в форму. Да, Танечка, сейчас мы о твоем подарке тоже поговорим. Там такие маленькие-маленькие бусинки, которые нужно собрать в разные-разные формы, которые там даются. Потом это все нужно накрыть специальной бумажкой и все это прогладить. И тогда эта форма, эти ну, пластиковые штучки, они соединяются и остается, ну, как бы навсегда эта форма. Таночка, что у тебя там интересного? У тебя маленький пластилин с множеством маленьких-маленьких формочек, да? Давай сейчас не будем открывать, давай открывай следующий подарок. Это положи в стороночку. Мне наклейки. Ну да, самое любимое в нашей семье это наклейки. Мы клеим все везде. Мистер Микки Маус. И вот такие. Давай мы сейчас не будем вот это открывать, мамочка. И у меня Кстати, другой подарок открой. Давай ты другой подарок откроешь. Что там у тебя вышло? Наклейки. И что еще? Нет, наклейки. Покажи. Наклейки и что-то еще, я не знаю. Там знаешь что? Там вот это вот с Микки Маусом. Разукрашка и... Там с Микки Маусом, да, надо раскрашивать все с Микки Маусом. И наклеечки. А из наклеечков можно делать целую картину. Потом мы это отдельно видео снимем с этим, как это можно классно делать. А у тебя что? У тебя такой же набор. У нее такой же? Наверное, да. Ну, во всяком случае, форма такая же. Покажи. Помоги ей чуть-чуть. Что у тебя вышло там, покажи. Киска? Я сюрприз. Какой сюрприз у тебя вышел? Покажи. Покажи. Вот такое вышло. А, Минни Маус. И наклейки с одеждой разные-разные. Да. Классно. Вот это. Еще у тебя подарок, да? У меня огромный какой-то. Покажи, что у тебя. Покажи, что это.
Огонь. Чип, помоги, мне пожалуйста. У меня огонь. Покажи. Вот он, это такая штука, которую ты на бумагу делаешь, да. И вот такие формы будет. Да, там такие, как... как сердце, дельфин. Как такер, да, или как это называется? Как такер, так, да, он делает дырочки в разных формочках. Да, и он там есть сердечко. Какие там есть делает. Еще? Покажи, покажи мне. Дельфин. Покажи, сердце, покажи, покажи. Мишка и звезда. Мама, а у меня конструктор, который молотком делает. Это что я у тебя? Открывай. Что у тебя? Что у тебя? Нужно так... Это мы откроем. У меня такое в садике было. Ты должен... Ну-ка такой, покажи. Ты должен такую штуку вбросить. Ух ты, вот это круто. Это нужно вот в этих формочках. Нет, вернее, вот эти... я поняла. Это надо забить. Да, там специальная такая бумага или что-то вроде картонки, в которую ты забиваешь специальным молотком разной формы. Ты можешь сделать человечка, солнышко, целую картину можно. О, ну это круто. Это мы сделаем обязательно. И, наконец, самая большая, вот то, что там торчит. Моя большая. Тут это самая большая посередине. Да, открывай. Да, иди посмотри, она открывает. Пластилин. Давно у нас не было пластилина, да? Ну все. Да, покажи, сколько цветов там. Покажи. Покажи. Ух ты, там пять? Пять цветов. Четыре, пять. Шесть. Нет, по-моему, пять. Шесть. Там не поместится две штуки в конце. Да. Пять. Пять больших баночек пластилина. Таня, скажи, мистер Чиппи. Где у мамочки? Скажи еще громко. Мистер Чиппи. Мистер Чиппи. Таня, скажи, она пластилина. Пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Мистер Чиппи.